Всем привет! Сегодня я расскажу, как испечь тостовый хлеб в хлебопечке. Использование хлебопечки – это самый простой, быстрый и удобный вариант выпечки домашнего хлеба. Хлебопечь у меня от горения с 15 разными программами, даже для безглютеновой выпечки, для приготовления джема и йогурта. Для теста нужно 410 граммов муки. Муки может понадобиться больше или меньше, это будет зависеть от ее качества. 250 мл молока комнатной температуры, 30 граммов сливочного масла, порезанного кусочками. Масло нужно за полчаса достать из холодильника. 1 мерная чайная ложка сухих быстродействующих дрожжей. Ложка, которая идет в комплекте с хлебопечкой, или 3 грамма. 6 граммов соли или чайная ложка и 1,5 столовых ложки сахара или 15 граммов. Для выпечки хлеба в хлебопечке важно в правильном порядке загрузить ингредиенты в форму. Обычно это указано в инструкции. В первую очередь заливаю молоко. Теперь сахар, соль и масло кусочками. Далее в последнюю очередь муку. Сверху делаю углубление и всыпаю дрожжи. Форму переношу в хлебопечку. Режим выбираю первый. Это для обычного хлеба. Цвет корочки темный и буханка весом 700 граммов. От веса буханки зависит время приготовления. Итак, хлеб будет готов через 2 часа и 53 минуты. Вот и все. Теперь можно заниматься своими делами. Когда хлеб будет готов, хлебопечка сообщит. За это время происходит замес теста, должен получиться не липкий комок теста. Если тесто жидкое, размазывается по стенкам формы, нужно добавить немного муки. Далее будет подъем хлеба и выпечка. Готовый хлеб аккуратно достаю из формы и оставляю остыть. С помощью крючка извлекаю месильную лопасть и можно разрезать хлеб на кусочки. Сверху тонкая мягкая корочка, по бокам румяная и хрустящая. Хлеб мелкопористый. Мягкий и вкусный, удобно разрезается на тонкие кусочки и хорошо подойдет для тостов. А хлебопечка – идеальное решение для тех, у кого нет времени и желания возиться с тестом, но очень хочется домашнего хлеба. По этому же рецепту можно испечь хлеб в форме в духовке. Друзья, на этом все. Удачной вам выпечки и до новых встреч!